Полицейские подвели на оперативном совещании итоги 10 месяцев работы. Одной из актуальных задач остается обеспечение дорожной безопасности. С начала года на территории области зарегистрировано 327 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 39 и получили ранения 463 человека. Данные анализа аварийности показывают, что основной болевой точкой является низкая дисциплина водителей транспортных средств. По вине пешеходов зарегистрировано 25 ДТП с одним погибшим. Основными видами аварий являются лобовые столкновения – 116 фактов и наезд на пешеходов – 113 фактов. Самой частой причиной происшествий полицейские называют нарушение правил проезда перекрестков – 126 случаев.